Окей, голень наносит сразу. Талдеев. Вот интересный момент. 2 балла. Поймал момент, когда на одной ноге стоял Талдиев, и Хабибулаев нанес ему удар правой рукой. И, в общем-то, вывел из равновесия. Тут еще видеоповтор-то. Вот сейчас будет удар ногой, и в этот момент хорошо Шахмагомед подловил в другом эпизоде. Два балла заработал. Ох, промахнулся Талдеев. Вот неуверенно показывает 4 балла арбитр. На табло они появились. Представитель, конечно же, Талдеева просит посмотреть. Вот он на подсад заходил. Ну вот можно сказать, что красный он не только защитился, ушел, но еще и осуществил давление руками. То есть как бы так вниз выведение из равновесия выполнил. И опустил. Вот вы видите представителя Талдиева, он стоит с поднятой рукой, просит посмотреть видеоповтор. Но судьи не стали смотреть. А вот этот эпизод, да, вот здесь вот. Он поймал ногу и ударил. Действительно, 2 балла со стойки заработал. Ничего не скажешь. Бросок через спину с колен. Очень зашел опасно, прям остро, можно сказать. Очень Хабибулаев мощно зашел на этот бросок. Чудом, можно сказать, Талдеев не упал. Вот здесь, да, очень глубоко. И вот захват не удержал, видимо. На самом деле вход был практически идеальный. 6-0 по-прежнему на табло счет сохраняется. 3:40 секунд. Еще биться. Хабибулаеву достаточно 2 баллов закончить досрочно. Опять бросок через спину уже в другую. В правую сторону. Исполняет Хабибулаев. Так, Талдиев. Так, от Талдиева. И борьба продолжится в стойке. Бросок через спину опять уже в левую сторону Хабибулаев исполняет. Входит хорошо, вот у нее нету сбрасывания как-то. Вот, ну, прям опять, видите, как глубоко зашел. А руки, видимо, отпускает. Держать руки у туловища нужно. Ой, как красиво поймал, покрутил на руках, но не сбросил на оценку. Столько сил потратил, конечно, зрителей порадовал. Поймал прям, поднял, посмотрите, в сторону мог, а не до конца не скрутил. Поставил опять на ноги, опять приподнял. Вот это силище у Хабибулаева, просто богатырское. Тоже человек, как правило, на трибунах таких называют донкратами. Человек-донкрат. 6-0 он ведет. 2:15 осталось до конца встречи. Достаточно много. В 1 секунду все может поменяться. Тем более в боевом самбо. Не стал спиной стоять. Да, Хабибулаев развернулся, чтобы не было пассивной защиты, за которую накажут. И некие баллы будут начислены сопернику. Ну, на самом деле нет ни одного замечания. Ни у кого. Превосходит в росте Талдиев своего соперника, но не может воспользоваться этим.
преимуществом роста. То есть мы имеем налицо пример, когда свою борьбу навязал более низкорослый спортсмен. Вот за это мы и любим самбо, что каждый, несмотря ни на какую конституцию свою, высокий, длинный, короткий, неважно, широкий, узкий, каждый может бороться, применять технику. Под любую конституцию есть технические действия в самбо, и каждый может навязать свою борьбу, имея характер. То есть на данный момент Хабибулаев более целеустремленный в этой встрече, но и здесь ему пришлось спасаться, вы видите на видеоповтор, он уходил, за это делается, конечно же, предупреждение, то есть уход с болевого, не кувырком технический уход, за это не наказывается, а вот именно вот такой выход или в партере, если лежа находится, то уползание. Это, конечно, предупреждение. Поймал за ногу, сделал выведение из равновесия. В общем-то, да, 2 балла заработал. 8-1 стал счет. Вот если бы не предупреждение в предыдущем эпизоде, то счет бы был 8-0. А с другой стороны, если бы он не вышел за край ковра, то, возможно, либо удушил его Талдиев, либо сделал болевой прием на руку. Очень уж опасно было. Вот здесь повторение этого эпизода не произошло. Такого же хорошего захвата у Талдиева ногами не получилось. 8-1. 51 секунда. Вот здесь вот он вышел, да. И решил вопрос, скажем так, с болевым приемом, с удушающим. Очень опасно это было для него. Удар с разворота ногой. Не знаю даже, что сделать. Талдиев хватает за руки, за ноги. Один прием делает, другой. Тут же руками атакует. Некая суета, но эту суету создает Хабибулаев. Он постоянно динамично двигается и не успевает Талдиев за ним просто. 32 секунды. 8-1. Идет Талдиев вперед. Коленкой попадает, в общем-то, в голову, но оценки за такое действие нету, кроме как нокдауна или нокаута, или падения на какую-то часть туловища. А так просто красивый удар. Еще такой хлопнул дверью Хабибулаев Шейх Мансур и ударился.